Свен Маршалл, я хочу вам показать вот такой автобус. У него есть 4 кнопки. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Парковая. Уступайте места пассажирам с детьми, бабушкам и дедушкам. Покажи нам еще, какая у него музыка, как все мигает. А сзади у него тоже что-то мигает? Что тебе больше всего понравилось? Музычка. Какая? Вот это? Да, четвертая. Ну, включи ее. Позитивная. Хороший автобус. Спасибо тебе, Маш, за обзор. Все, люди будут теперь довольны понимать, что он и как. Вообще, ну еще мы единственное, не показали, какого он размера, на самом деле. Видите, он достаточно большой. То есть мы берем стандартные машинки какие. Вот, на фоне него он, то есть он не маленький автобус. Вот, ну, всем спасибо. Всем пока.